Ваше блаженство, дорогой блаженнейший владыка, предстоятель нашей святой благодатной Украинской Православной Церкви. Пятидесятницу празднующей Духа Святого Пречествия, всевеличенный святый день вашего дизайнерства, счастливое паство приносит дар своему первосвятителю благодарность и признательность миллиону верующих и любящих вас сердец. Ныне Церковь Небесная торжествует, воздавая почесть и верным званием, вольного звания, доблестного вольного престола, славного подвижника благочестия, преподобному и богоносному отцу нашему Ануфрию Великому, мы же чада Церкви земной, воинствующей, лекарствуем огнезрачным ангельским чином, чтобы достойно ублажить немеркнущий аскетический подвиг свидетельства истины, понесенным небесным покровителем вашего блаженства. Сегодняшний день – это подлинный праздник церковного взаимообщения и торжества единства Духа, которое простого апостола нашего святого является в союзе мира. Земной путь каждого христианина – это подвиг во имя Христова ради вечного спасения. Господь каждого призывает достигать духовного совершенства в том звании, какое мы имеем в своей земной жизни. Как известно, все устояется здесь, на земле, всеблагой, для каждого из нас воли Божьей и его таинственным призванием. 80 лет назад вашу угодно было привести вас в этот грешный мир через ваши благочестивых родителей, протерей Владимира и Юрию, которые дали вам самое драгоценное сокровище на земле, воспитая вас в православной вере. Любовь к Богу, любовь к глубокой вере возгрели в вашем сердце желание посвятить себя всецело на служение Ему и спасительному делу, проповеди Евангелия и Успешного Царствия. Ваше усилие, энергичность, трудоспособность, интеллектуальность, духовное дарование не остались незамеченными в священноначале Украинской Православной Церкви. Вы были избраны епископом, а затем и ее предстоятелем. Всеблагому промыслу Божию 10 лет назад угодно было возвести вашу святыню на престол киевских митрополитов, чтобы вас на слово святителя Григория Богослова стать опорой и венцом веры, драгоценной жемчужиной церкви. На свежнице церковной мы стали в ряд Богом Божьим иерархием Украинской Православной Церкви Михаилом Петром Алексеем Владимиром. Эти имена уже вошли в историю. Вы же сегодня впереди всем. В первую очередь в молитве, трудах и заботах. Ваш апостольский подвиг несравним. Вы трудитесь больше всех. Годы и обстоятельства трудных времен вам не помеха. Смотря на вас, у многих современников умолкает всякое утешение, упокоение, ибо ваша любовь к Богу, церкви, ближним вселяет веру и надежду. Подражая начальнику жизни и совершителю нашего спасения, Спасителю мира, который пришел в мир не для того, что ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Вы, ваше блаженство, всегда проявляете кротость и человеколюбие, образец смирения и послушания воли Божьей, обладая глубокой верой и монашеской простотой, и приняйте сердца людей сострадательностью и снисхождением. В нынешнее непростое время потрясение
благоговейного стояния в молитве, такого нам подобаша архиерей, восклицаем благодарное духовенство и меняем вашу честь. Восседалищным примером свидетельствуйте, что только постоянное совершенствование может приблизить нас к Богу. Делайте все нас достойными и благодарны даром, и глубокая, непоколебимая вера, подкрепленная любовью ко Христу, привившего нас своим подвигом страданий ради нашего спасения. Образ терпения и покорности воли Отца Небесного, поэтому я вникаю всеверующие, благодарные сердца на ваш призыв, и храмы наполняются народом Божьим. Для современников, настоящих и будущих поколений, в мудрый Богу пресеченный святитель, строитель тайны Божьей, молитвенный и печальный, за украинский народ, подвижник веры, верный сын и гражданин и патриот украинского народа, хранитель православной отеческой веры и благочестия, великий святитель, поставленный на свечнице церковной, отдающий все свои силы и знания и опыт на благо Святой Церкви. Уже 10 лет на нашей украинской земле полыхает пламя страшной войны, вооруженной человеческим грехом, который не щадит никого и ничего. В этом пламени исчезают цветущие города и селения, разрушаются наши святыни, златоверхие соборы, храмы и монастыри, и самые страшные сгорают жизни наших родных, близких и друзей. Стол и стенания, некогда слышные в храме, до крестности Бифлеема, сегодня сотрясают нашу землю, наши семьи, наши сердца, плач матери о сыне, плач сироты, об отце достигают небес и вопиющий Бог. И единственное, что мы можем противостоять этому ужасу, нашу искреннюю молитву. И вы, ваше блаженство, разделяете скорбь своего народа, непрестанно возносите свои молитвы наши, Богу храним на Украине, о скорбящем народе, о всех мужественных защитников, о полной ценой своей жизни, оберегающей нашу страну и землю. Молитесь о всех, лишившись своего дома, о наших детях, вздрагивающих при страшных звуках взрыва бомб и снарядов, и наших родителей, и пожилых людям, кушающих на закате солнца, горки и хлеба войны, о наших братьях и сестрах, лишенных радости, молиться в своих благолепных храмах, построенных любовью и благочестием. Вы молитесь о наших благодетелях и гонителях, о ненавидящих и любящих нас, о наших врагах и друзьях, родных, близких, потому что молитва – единственная сила, которая делает бессильной всякую человеческую злобу и нечестие. Вся полнота нашей церкви по вашему благословению трудится ради мира и победы, регулярно оказывает помощь воинам, беженцам, нуждающимся отечественникам. Каждой партии, на каждом приходе ведется активная социальная деятельность. Совершая молитву о народе Божьем, вы свидетельствуете о том, что сила верующего православного народа – это сила благодати Божьей, которая проникнута Духом Святым, освящающим и направляющим человеческие души и сердца на путь, ведущий храм, ежедневно возносится молитвой о мире всего мира и приносится Богу бескрепно безмолвные жертвы за всех и за вся. Нынешний
чего знался и милости Господи, войдет в историю нашей жизни и в летопись нашей украинской православной церкви, как юбилейный год вашего 80-летия со дня рождения. К этому рубежу вы подошли с огромным духовным опытом и величайшими заслугами перед церковью и обществом, большим авторитетом среди духовенства и простого верующего народа. Прожитые вами годы – это не только ваше богатство, это состояние ваших близких и родных, ваших друзей и соратников, которые разделяли ваши скорби, радости и были рядом с вами на вашем жизненном пути, который неразрывно связан со служением Богу и Его Святой Церкви, которую вы возвещаете истину Христу, наставляете священнослужители, монашествующие и верующие в вере, благовествуете Слово Божие. Не достанет времени повествовать о той самоотверженности, с которой вы, ваше блаженство, исполняете свою благородную миссию по сохранению мира и согласия. И ныне сложный период нашей жизни церкви, когда особенно явлено злоба князя мира сего, выявляйте всем образ ревности защитника православной веры и церкви, смело, безбоязненно и бескомпромиссно отстаивать каноническое православие, подавая достойный пример нынешним и грядущим поколениям, хранящим в сердце своим отеческую веру. Ваше блаженство, мы этот праздник чрезвычайно пасхальной радости день вашего небесного покровителя, преподобного Мануфрия Великого и грядущего юбилея 80-летия со дня рождения. Благословите Отца Священного Синода, Украинской Православной Церкви, архипастырей и пастырей, синодальных отделов учреждений, святых обителей и духовной школы, многомиллионные веренные вам пастыри, пожелать вам доброго здравия, неоскудевающей крепости духовных интересных сил и всесильной помощи Божией, прохождение вами великого подвига первосвятительского служения, чтобы Господь наш Иисус Христос никогда не оставлял вас своей милостью и благодатью. Пусть еще многие годы самому храму Украинской Православной Церкви звучит голос доброго пастыря, первосвятителя, любящего свой народной народ. Украшайте Украинскую Православную Церковь, радуйте благочестивый, верующий православный народ. Да принят вас небесные силы, молитвы Пресвятой Богородицы и вашего небесного покровителя, преподобного Анофрия Великого. И пусть приходят новые славные юбилеи. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві і корисні відео.